Всем привет! Silver Beach Resort, Silver Beach Strand, пляж, как хотите, так называйте. Но тут пиво со льдом, жару, ребятки. Посмотрите, стаканчик какой запотевший, холодный. Сегодня 33 градуса. Манго шейк. И пиво чанг. Сегодня 33 градуса. Хорошее солнце. Волн практически нет. Наслаждаемся. Отдыхаем. Чили. Дышим этим свежим морским воздухом. Всем, всем, всем. Только сюда. Рекомендую. Всем привет! Ко Самуи, Кристал Бэй. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Двигаемся дальше. Кальмарчиков заказали. Кольцами. Вкусняшка. С соусом, смотрите, такие. Соус такой остро-сладкий. Любит кто-то кальмаров? Мы сейчас в нашей кафешке. Все больше загружаюсь, перезагружаюсь этой темой коронавирус, которую нас атаковали СМИ. Не вижу, правда, следов от этого вируса. Я вот сейчас в Ко Самуи, Таиланд. Не вижу паники. Были вчера на Волкин-стрит здесь, Чавенг Роуд. Было полное, просто фуль. Люди колбасятся, отдыхают. Не видно, что у них какая-то паника. Ну, как я уже обещал, мы завтра вылетаем в Китай. И посмотрим в Китае, в частности, Гуанчжоу, есть ли там паника или нет. Все больше я задаю сам себе вопрос, не искусственно ли СМИ подогревает эту болезнь? Наверное, кто-то очень сильно в этом заинтересован. Возможно, создать панику, возможно, повредить туризму, возможно, направить туристические потоки в других направлениях, не туда, когда никуда непривычно идут в это время года. А может, кто-то заинтересован просто косануть бабла от международных организаций по борьбе с вирусными инфекциями. Я думаю, что тут лежит чей-то интерес. Но сначала нужно все самому убедиться, увидеть и показать вам. А вы уже судите, чей тут интерес. Или действительно есть вирус, который косит всех людей. Посмотрим. Оставайтесь со мной. Always Travel. Мой канал, подписывайтесь, буду рад, ставьте лайки или дизлайки. Поехали. Видите, гихончик сидит. Это к счастью. Вон он сидит. Что-то хвостом еще виляет. Эй, тут! Закрывается дверь. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Че, ребятки, поедем? Посмотрите, какой я черненький стал. Поедем, сейчас поедем. Поедем, поедем. Поедем. О! О. Выгнали меня с лифта. А. Чувачок выгнал меня с лифта, не дал поснимать. Ой, чувачок. Хотел показать, там свет такой хороший, что темненький стал, черненький, подгоревший. Солнышко тут жарит, парит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Яху! Едем сдавать байк. Смотрите, какая идиллия. Тут русская деревня. Петушки ходят. Ко-ко-ко. Грязища, как грустно. Мак-мак-мак-мак-мак-мак.
Друзья, посмотрите, какая тут галерея. Художник рисует. Все красиво. Все натуральное. О, здесь детки плакают. Сейчас бабайка тебя заберет. Сейчас бабайка заберет. Hello. Окей. Посмотрите, какая красота. Слоники. Ой-ой-ой, какие слоники, сколько много. О, все, мальчик успокоился, уже смеется, что не забрали. О, это стульчики, смотри. Ну, блин, мою попу сюда не посадишь. Маловато будет. А вот хороший, смотри, да? Слоники. Ля-ля-ля-пота. Красотища. Смотри, какие тут магазины. Мы не видели. Буду, взяли слоника, взяли. Что это еще посмотреть? Посмотрите, какие обезьянки. Ой, какая красота. Красота. Да, друзья, байк отдали. Депозит назад вернули. Паспорт вернули. Все нормально. Так что можете спокойно брать. На Ко Самуи не бояться. Все будет пучком. Все нормально. Красота какая, посмотрите. Ой, ляпота, досточки, лягушечки. Ой, какая красота. А это что? Это какой-то у них конек-горбунек. Ой-ой-ой. Да, ребятки? Приезжайте, вот если вам сувениры нужны. Любые сувениры, все для вас, все есть. И вот тут, видите, палочки продают. Ногу ставите, и палочкой вот тут зоны прям куда давить. Вот еще тоже приспособление для массажей. Вот еще, смотрите, тоже все для массажа. Вот спинку массировать. А это вот кто плохо учился, карандаши такие. Видите, карандаши из веточек прям. Настругали, у них тут такие веточки растут. А вот если вам надо, пожалуйста, бельком. Ну, красиво они тут все сделали. Смотрите, красиво. Красиво. Очень красиво. Что, надо тебе что-нибудь? Нет? Что-нибудь купи? Окей. Красотища какая. Слонов тут. Слонов, смотрите, сколько слонов. Ой-ой-ой. Ребятки. Целая армия тут. Посмотрите, какие носорожки. Какие они мощные. Какие красивые. Посмотрите. Ой-ой-ой. А это кто? Вау, тигр какой. Смотрите, какой. Саблезуб. Ой-ой-ой. Мощный. Мощные мышцы прям. Буйвол. Буйвол. Ну, тут, как всегда, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Да, на любой вкус, ребята, тут есть. Вот такие сумочки тут. Разные сумочки, кто хочет, покупайте, заходите. Вот тут целый ряд таких ресторанов. Вот посмотрите, самовар, славянская кухня. Тут уже рассчитано все-таки на русских. Самовар. Интересно, девки пляшут. Тут вот, да, вот более-менее такие уютные европейские. Не сравнить с центром, конечно. В центре там более тайские все. А здесь, смотрите, уютно, красиво. По-европейски. Наверняка блюда предлагают уже. Но я думаю, тут чуть-чуть будет подороже.
За качество нужно платить. Кордон блю, смотрите, шницель винерли, арт еще по-немецки все написано. Ну, понятно, какая тут публика, раз они пишут все по-немецки. Ну, красиво, посмотрите. Уютно, красиво, аккуратно. Тут сразу, смотрите, Family Mart, магазин. Кто-то что-то хочет купить, заходите, покупайте. Распространены вот такие обменники. Подходите смело, с деньгами меняйте, без проблем можете поменять. Но имейте при себе паспорт. Могут без паспорта не поменять. Посмотрите, тут вот сеть уютных каких заведений. Тоже интересно, культурно. Можете зайти, посидеть, смотрите, вот так вот. Посидеть, отдохнуть, покушать. Очень красиво. Вот, посмотрите. Алло. Смотрите, как красиво. Фонарики. Можете здесь скромно посидеть, отдохнуть. Красиво все. Ляпота. Нравится вам? Красиво, правда? Иду я еще сегодня вечером по Касамуи, Чавенг Роуд, и нигде не вижу этого коронавируса. Люди отдыхают, гуляют, даже ни одного как-то не встретил, кто в маске. Обычно в аэропортах, там, в местах скопления народа в масках ходят, а здесь все нормально. Не ощущается нагнетание того, что делает пресса, не ощущается, и слава богу. Гуляются люди, отдыхаются. Влюбляются, занимаются, танцуются, все на свете, обнимаются. И слава богу, что тут этого вируса нет. Завтра лечу в Китай, Джанганчжоу, посмотрим, что там. Ребятки, доехали на такси вот на этом тук-туке, все было супер, все хорошо, никакого коронавируса я тут опять не увидел. Идем сейчас еще в магазинчик зайдем и все пучком. Тут за рулем, вот дети просто. Ребятки, посмотрите, что тут есть. Посмотрите, тут есть фитнес-студия, спортивный зал, называется World Center Fitness. Пойдем посмотрим, что там внутри есть. О, ребятки, посмотрите, тут сколько снарядов разных. Хороших. Только вот это не пойму, зачем. Стирают тут нас.
Посмотрим, вот смотрите, какой тренажерный зал большой, с аппаратами сразу. Давайте посмотрим, что тут есть. Ребята тут серьезные, качаются, занимаются, да? Вот смотрите, вот гантельки есть, видите? Да, ребят, смотрите. Смотрите, что есть, показываю вам. Есть все. Гантели, посмотрите, какие громадные. Ой-ой-ой. Вон, ребятки, как качают. Тренируются. Вон, дядька, какой здоровый сидит, посмотрите. Пенди, правда, занят он чем-то. Ну, здоровый дядя. Вот девушка бегает. Вон. Мужчинка колеса куда-то крутит. А так все нормально. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Двигаемся дальше.